Художественно-графический факультет Витебского государственного университета имени Петра Маширова не просто образовательная площадка, но и настоящая кузница уникальных в своем роде художников. Таковые есть и в Полоцком регионе: Виктор Лукьянов, Виктор Пономаренко, Иван Иванов. Они же пример и начинающим мастерам, таким как Павел Васильев. Худграф он окончил в 2014-м, однако свою выпускную работу помнит, как будто защищал ее вчера. Композиция называлась «Двое», где я был фигура женщины, девушки, рядом стоял стул. У меня была такая тема на тему войны, то есть, ну, это не конкретно не привязывалось к Великой Отечественной войне, там, или, там, это вообще военный конфликт, когда стул – это символ пустого, ну, это ушедшего человека потерянного, то есть то, что остается после него, вот, как пустое место. И там в качестве модели, кстати, позировала мне тогда еще будущая моя жена, тоже художник Васильева Вероника. Сегодня выпускная работа новополоцкого художника Павла Васильева украшает фойе главного корпуса университета. Также в ВУЗе хранится дипломная работа еще одного новополоцкого художника Алексея Плаксина. Свое мастерство уже почти 6 лет передает юным воспитанникам художественной школы имени Ивана Фомича Хруцкого. Я выполнял работу декоративно-прикладную. У меня было 3 футляра из дерева, которые были оформлены в технике марки 3. Это было 3 книги нашего ректора университета, и я создавал 3 футляра для его книг, посвященные Браслову, Полоцку и городу Витебску. Работы новополоцких художников остались в «Альма-Матер» как память о талантливых выпускниках, так же, как и вот эти живописные работы. Их хранит фонд Худграфа. На суд зрителя они выставляются нечасто, а для Новополоцка такого рода события и вовсе уникальное. Отделение Худграфа передало нам дипломные работы за последние 20 лет, но я подчеркну, что именно работы, которые получили оценку «отлично» у дипломных комиссий, и вот они из собрания художественно-графического отделения, и здесь, в Новополоцке, и вообще в нашем Полоцком регионе эти работы представлены впервые, то есть они впервые выехали куда-то за пределы Витебска. От классической живописи до сюрреализма более десятка ранних работ сегодня известных художников Беларуси можно наблюдать в Музее истории и культуры Новополоцка до 17 мая. Юлия Рубцова, Артем Табаков, телеканал «Звезда».